Добрый вечер, друзья. Над Москвой дождь, а в Екатеринбурге уже ночь в славном городе. Но сейчас там очень светло, на той площадке, где должны строить храм. Там тысячи людей собрались, и в описании этого ролика, друзья, ссылка на прямое вещание. Пожалуйста, заходите туда, ставьте ему лайк, пожалуйста. Продвигайте это видео. Мы не в Екатеринбурге, я не там, но я душой с этими храбрыми, прекрасными людьми. Помогай им Бог, потому что храм сейчас в каждом вот чистом сердце вот этом. Там и так уже столько храмов в этом микрорайоне понаставлено, то есть суть вопроса только в каких-то очередных деньгах. И вчера избили зверски там множество народу. И сегодня вот честные жители Екатеринбурга все как один вышли. Друзья, короткий ролик, вот такой информативный, поддержите, пожалуйста. Заходите в описании моего канала, в верхних строчках, не канала, а этого ролика, в верхней строчке будет ссылка на прямой эфир. Доброго всем вечера. И вот так вот, ребята, Россия встает. Россия больше не принимает Путина. И Россию больше не запугать вот простыми пытками, убийствами, страхом, тем, что они так любят. Их время заканчивается. Доброго вечера, друзья.